Наш любимый, наш популярный, наш надежный, абсолютный хит. Это, друзья, планшет. Планшет BQ. Не упустите возможности завладеть им уже сегодня. В чем его главная особенность? У нас несколько планшетов BQ есть на сайте. Вы можете их найти или позвонить оператору колл-центра, уточнить информацию. Но я настоятельно рекомендую записать именно этот номер лота. Запишите, видите, его в верхнем углу вашего экрана. Запишите этот номер и заказывайте именно этот планшетный компьютер. Посмотрите, какое качество экрана. Это улучшенный планшет. Это последняя на сегодняшний день модель планшетов от популярного отечественного бренда BQ. Посмотрите, какое качество изображения, какая яркость. У нас здесь в студии очень яркое освещение. Ну, телевизионное, сами понимаете. Но при этом, при всем, даже при таком ярком освещении, очень сочные краски. Очень качественная и четкая картинка, друзья. Плюс цвета. Цвета имеют большое значение. Посмотрите, какое разнообразие. Вы можете выбрать абсолютно любой цвет, который вам понравился. Пока есть все. Все цвета есть в наличии. Итак, смотрите, друзья, фиолетовый, желтый есть у нас. Далее у нас оранжевый, салатовый, спортивный, красный тоже, изумительный цвет. Есть даже, кстати, черный классический, только он сейчас экраном к нам повернут, и поэтому мы не видим его оборотной стороны. Фиолетовый металлик, есть просто стальной. Видите, за матовым фиолетовым стоит сзади металлический, просто металлический цвет. Очень дорого смотрится, очень эффектно и стильно. Ну и что еще? Для чего вообще нам нужен планшетный компьютер? Давайте с вами подумаем. Прямо сейчас, допустим, я еду на автомобиле. У многих из нас есть автомобили, мы ими управляем с удовольствием. В чем здесь особенность? Смотрите, я сейчас захожу в навигатор. Навигатором пользуются все. Даже если вы отлично знаете дорогу, от дома до работы или еще куда-нибудь отправляете, вы прекрасно знаете дорогу, но... Важный момент. Вы не всегда знаете, какая дорожная ситуация вокруг вас. Что я имею в виду? Посмотрите, пробки. Видите, красное – это прям где много автомобилей сейчас скопилось. Где ДТП, где ремонтные работы, вот ДТП, например. Все здесь отмечено. С помощью этого навигатора можно проложить маршрут, учитывая затруднения дорожного движения. Причем, важный момент. Руки, если тем более мы едем одни в автомобиле, как часто я это делаю, руки мы не можем отрывать от руля, потому что это наша безопасность. Поэтому я сейчас проведу небольшой эксперимент. Руки остаются на столе, вы их должны видеть. Итак, смотрите, друзья, только голосом. Работаю и управляю этим навигатором только за счет голоса. Яндекс. Санкт-Петербург. Посмотрите, что произошло, друзья. Я назвал, могу назвать адрес, могу назвать город, все что угодно. Нажимаю «Поехали», то есть он меня услышал. Я назвал кодовое слово, он меня услышал и проложил маршрут. Я знаю, сколько часов я буду ехать, 9 часов. Я знаю, сколько километров, 708 километров. Нажимаю «Поехали». Все, мы уже едем. Мы едем, а по дороге мы непременно захотим что перекусить. Где здесь есть, например, закусочные какие-то небольшие, быстрого питания. Смотрите, вот, например, вот здесь есть. Нажимаю, что это такое? Захожу сюда. Здесь есть телефон, здесь есть сайт этого заведения. Ну, в сайт мы, понятно, не полезем, но мы можем позвонить и узнать, есть, например, свободные столики или какое меню, какие цены. Нажимаю на него, и мне не нужно отдельно переписывать номер телефона в свой мобильный телефон или в свой смартфон. Здесь уже открыт телефон. Это не просто планшетный компьютер. Это еще и телефон. Видите, друзья, вот этот динамик, он для уха. Мы прикладываем его к уху. Здесь расположен микрофон, и мы можем просто держать его в руке. Видите, вот так. Вот, он у меня идеально помещается в руке. Я могу разговаривать по нему просто как по мобильному телефону. Здесь две сим-карты. Для чего? Одна, например, для того, чтобы совершать недорогие звонки, а другая для бюджетного интернета, чтобы не переплачивать ни за звонки телефонные, ни за интернет. Понимаете, двойная экономика. Двойная экономия с нашим одним планшетным компьютером. Итак, друзья, 4999 рублей и невероятное количество цветов. Скидка 2200 рублей. Это супер, супер экономия. Успевайте, друзья, забрать, потому что может на всех не хватить. Это действительно факт. У нас их всего немного осталось. Ограниченная партия разбирает просто как горячие пирожки. Я уже демонстрировал вам вот нечто подобное. Что это такое? Это способ общения бесплатно.
полезного, замечу, общения. Например, этот телефон, этот планшет и этот навигатор мой. А это устройство, допустим, Олина или ваше. Я могу отправить сообщение просто и без проблем. Смотрите, бесплатно. Самое главное, это сообщение летит с помощью интернета. Вот, уже здесь. Видите, сообщение сюда пришло. Здесь я могу ответ отправить уже не сообщение текстовое, а, например, сделать фотографию. Сейчас я хочу это, кстати говоря, как раз и сделать. Если у меня получится, конечно. Ну, я не очень фотогеничный, не такой фотогеничный, как Оля. Но все-таки. Смотрите, фотография получилась. Отправляю ее сюда. За какое время фотография дойдет до этого планшета? Она идет через спутник. И смотрите. Раз, два, три. За 3 секунды фотография дошла. А это могло быть и на большом расстоянии. Не обязательно, чтобы планшеты находились друг с другом. Они идут через интернет. Все файлы, вся информация идет через интернет. А значит, с такой же скоростью эта фотография долетела бы и до Хабаровска, и даже до другого континента. Например, в Австралию я мог бы отправить без проблем. Но это еще не все. Смотрите, что я могу сделать. Нажав на трубку, здесь есть такая маленькая трубочка, я могу позвонить. Вы видите звонок? Я нажимаю «Ответить», и все. Как по обычному телефону, только качество связи лучше, и вы за это не платите. Бесплатные звонки, бесплатные сообщения, бесплатный обмен информацией. И еще раз хочу напомнить о том, что у нас очень большой выбор цветов. Торопитесь, друзья, я искренне за вас переживаю, чтобы вам хватило, ведь вам он будет очень полезен. Вы еще не раз скажете нам спасибо. Ну а мы будем вам за это благодарны. Итак, торопитесь, друзья, не так много времени у нас осталось. Цвета: стальной, желтый, оранжевый, салатовый, фиолетовый, блестящий, фиолетовый, матовый, голубой, красный. Такой очень насыщенный цвет. Он камера не передает всей яркости этого оттенка. Ну и, конечно, классический черный. Он сейчас повернут к нам экраном, и мы просто обычный черный, хороший, стандартный цвет, приятный. И сейчас давайте еще посмотрим, как можно экономить. Я вам покажу, друзья, как это возможно и что я могу делать. Все мы любим смотреть. Смотреть любим сериалы, любим смотреть любимые телепередачи. Можем смотреть мы это все и здесь, благодаря нашему планшетному компьютеру. Каким образом, скажете вы? Смотрите, здесь у меня уже есть возможность все это вам показать. Здесь есть сериалы, есть фильмы, все что угодно. Видите, здесь прям кино, сериалы, мультфильмы, блокбастеры, все, что захотите. Даже если вы не знаете, какой фильм вы хотите посмотреть, все здесь уже есть, вы уже разберете сами. Например, сериалы. Окей, нажимаю сериалы, все на русском языке, все бесплатно. Заметьте, друзья, это важный момент, здесь все бесплатно. Заходим, выбираем, ну, какой-нибудь абсолютно любой сериал. Вот, например, «Новая жизнь». Не знаю, что за сериал. Кстати, хочу посмотреть, что это такое. Могу нажать и посмотреть. Здесь, видите, красным по-русски написано «смотреть». Нажимаю, и сейчас у меня будет загружаться изображение. Кстати, рекомендую перевести экран в горизонтальный режим. Для этого надо просто его наклонить. Наклонил, все, автоматически он перешел у нас в горизонтальный режим. Пока сейчас прогружается изображение. Уже изображение есть, но загружается до нужного момента, до начала фильма. Молниеносно все это происходит. Я вам могу показать еще одну важную и полезную функцию, свойство, я бы даже сказал, этого планшета. Все приложения, которые мы вам показываем, они все абсолютно бесплатные. Вот смотрите, фильм уже начался. Фильм идет, и прекрасное качество изображения, изумительное качество изображения. Мне очень и очень нравится. Видите, да? Хорошо. Тут, кстати, напомню, 2 фото- и видеокамеры, если вы вдруг захотите пообщаться по скайпу, качество картинки будет великолепное. Раз камера, видите, вот она здесь маленькая у динамика. А вот еще 2-я, основная, самая мощная фото- и видеокамера, и вспышка тут тоже есть.